В селе Хазар Дербентского района возобновили подачу воды. Проблему, которая длилась десятилетиями, решила районная администрация. Восстановить водоснабжение помогли меценаты за свой счет. Сейчас в связи с завершением работ по присоединению сетей водоснабжения села Хазар к водоводу Самур-Дербент и проведением работ по очистке и последующей дезинфекции водовода, администрация Дербентского района просит жителей использовать воду для технических целей. Данная вода пока не соответствует нормам питьевой. В настоящее время проводятся работы по дезинфекции водовода. По окончанию очистки водовода и разводящих сетей будут отобраны пробы на соответствие воды нормам Санпин. 6 ноября мы подали воду в селение Хазар. И ориентировочно к 10 числу жители селения Хазар могут его использовать как питьевую. Общая сумма затрат у нас составляла где-то в размере 700 тысяч рублей. Не были использованы финансовые средства бюджетные, были привлечены именно инвесторы, которые, используя их средства, была проведена вся эта работа, включая отврезки, прокладки, ну и так далее.